На улице Бородинская легковушка столкнулась с внедорожником. Авария произошла прямо на пешеходном переходе. Автомобиль Honda Fit движется по улице Бородинской со стороны Выселковой. За рулем легковушки молодой человек. Не доезжая поворота на Русскую, он останавливается на пешеходном переходе, чтобы пропустить человека. В этот же миг молодой человек слышит визг тормозов и сильный удар в заднюю часть его машины. В Honda Fit врезается Toyota Hilux пикап. Водитель пикапа попросту не успевает остановиться на мокрой дороге. Переходивший дорогу пешеход, можно сказать, родился в рубашке. Он не оказался на пути пролетевшего по инерции вперед Фита. От каких-либо комментариев оба водителя отказываются, предпочитая спрятать номера своих машин. В результате столкновения Toyota Hilux пикап отделывается минимальным ущербом, чего не скажешь о Honda Fit. На восстановление легкового автомобиля уйдет немало времени. Хозяин признается, что купил машину не так давно. Разбираться в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия придется сотрудникам полиции.